So the first session, we do a lot of paperwork. То есть на первой сессии нам больше достаточно для такой бумажной работы. Now part of that paperwork is I want them to tell me, I want them to give me a trauma history, which is not the same as telling me the story of the trauma. И вот первое, что также мы делаем в первой сессии, мы спрашиваем пациента историю травмы. Это не сама травма, именно как бы ее история. Remember on the forums, I asked the question, why did you come to see me now? Помните, вот там в форумах обсуждались, был вопрос, почему вы пришли видеть меня, вашего терапевта именно сейчас? Because I want to know what's happened recently to get them to seek help. To get them to? What has happened so that they have decided to get help? Ну, что случилось, что произошло, почему они решили обратиться за помощью именно сейчас? And then I want to work backwards from that, back in history. Мы как бы отталкиваемся от этого назад в историю, что там случилось. So he may say, I can't stand being around crowds, I'm having trouble sleeping, that kind of stuff. Ну, то есть нам пациент даже может говорить, у меня там есть проблемы со сном, я не могу оставаться долго в толпе. Okay, so we'll talk briefly about what happened to cause these symptoms. То есть вы можете коротко обсудить с пациентом, что случилось, что стало причиной таких симптомов. I'll give him a definition of trauma, what it means. Мы также можем дать определение травмы, что оно значит. A short definition. Такое коротенькое определение. Please give me a short definition of trauma. Дайте, пожалуйста, короткое определение травмы, что оно значит. Да, короткое определение. Переживание стрессовых ситуаций, которые для психики именно данного жертвы не переносимы. Чем не может это пережить? Which, прожить эту эмоцию. And it may be a near-death experience. Это может быть опять же опыт около между жизнью и смертью. It may be seeing someone else victimized. Это опять же свидетелем, что кто-то стал жертвой преступления или чего-то произошедшего. It may be something that's emotional or even just hearing about some trauma that happened to somebody else. Опять же, это может быть эмоциональная связь с тем, что мы услышали, что где-то произошло. It has characteristics of a feeling of helplessness. Это как бы имеет перед собой характеристики такого ощущения беспомощности. Not being in control. Отсутствие возможности контролировать что-то. And I want him to understand that what you find to be traumatic might not be the same as somebody else. Опять же, нужно дать пациенту понять, что то, что он находит травматичным для себя, возможно, будет не травматичным для кого-то другого. And so when I explain that to him, I'm asking them for a traumatic event that resulted in the symptoms that led them to something. И опять же, когда мы это обсуждаем с пациентом, мы говорим, что такое травматическое событие и почему оно могло привести к тем симптомам, к тем вот переживаниям, которые есть. But I want to know if there's more than one traumatic event. Опять же, нужно знать, есть ли там более чем одно только травматическое событие. I told you last week about a woman who committed suicide recently. She had had several traumatic events over the course of 11 years. Ну, Чи говорила в прошлой неделе о женщине, которая совершила суицид, у которой были такие множественные травмы на протяжении там нескольких даже 10 лет. But we're going to work on the most recent one. First. Но мы в первую очередь работаем вот с самой недавней травмой, которая произошла у пациента. Почему? Потому что мы можем уже не помнить события прошлой. Because they may not remember the traumatic events from the past. The details will be more fresh from the last one that happened. Потому что ранний опыт травматический может быть слишком глубоким. То есть мы не можем сразу работать. Детали от, от недавней травмы, они являются самыми такими свежими. Да. And if we deal with the triggers from the most recent, often it takes care of some of the triggers from the ones in the past. То есть если мы работаем, опять же, с теми травмами, которые произошли в далеком прошлом, мы, опять же, занимаемся триггерами, которые, опять же, были в прошлом. Now, if we have past traumas, when we're done, when we're near session 10, or maybe we add a couple of sessions, we will go over these other traumas and see if we need to go through therapy with those. But that's later, that's after therapy with the first trauma. Опять
опять же, проработав там первой сессии или с недавней травмой, на сессии 10, может там 11, 12, мы начинаем обсуждать, имеет ли место работа с более давними травмами, которые произошли. Okay. And we're going to test them for PTSD. Опять же, дадим нашим пациентам тест на наличие ПТСР. If I think there is cause, we will test them for substance abuse. И если мы подумаем, что вот есть какие-то последствия от ПТСР, дадим тест на злоупотребление какими-то веществами. And if I think there is cause, we will test them for depression. Опять же, если есть тоже какие-то причинно-следственные связи, даем нашему пациенту тест на депрессию. Now those aren't automatic tests that I give. It depends on the answers that I've gotten through this interview process. Это вот действие тестов, которые вот они связаны между другом, которые автоматически предоставляются один за другим, но их как бы предоставление нашему пациенту зависит от того, какие ответы он дает на какие вопросы. Да. Now I need to give them an overview, an idea of what prolonged exposure therapy is. Также мы даем в первой же сессии, следующее, что мы делаем, даем нашим пациентам понимание, что такое терапия длительного воздействия. But this is taking up a lot of time. То есть это все занимает достаточно много времени. The most important thing I need to do is make sure they know how to ground themselves, relax, and retrain their breathing. И вот самое важное, что нам нужно дать на первой сессии, это понять, что дать нашему пациенту возможность как бы заземлиться, расслабиться и чувствовать себя комфортно. They will not, I don't want them to leave my office from that first meeting without knowing how to relax. То есть нельзя давать пациенту покинуть ваш офис после первой сессии и дать ему понять, как можно расслабиться, помочь себе самому даже расслабиться. Okay. Alright, so that's the first session. Это вот мы сейчас обсудим, то, что мы делаем на первой сессии. And if I have to delay something because this is taking so long, I'll delay this type of stuff, this interview type of stuff. Вот если нужно что-то отложить, то вот лучше откладывать мне вот этот интервью, бумажную работу. Now, what, y'all have known me now for a few weeks. What's the most important question I need to get an answer to? Вы как знаете люди, которые знают Чип уже на протяжении нескольких недель, какой важный какой ответ на самый важный вопрос, который можно дать? You all have known me for a few weeks. What's the most important piece of information that I want to make sure I know before they leave? Какое самое важное, ну что самое важное вы должны знать как терапевт? You mean give the patient? I want to ask a question. Okay. And the answer, the question is the most important question I have. Какой самый важный вопрос вы должны задать своему пациенту, прежде чем он уйдет? То есть вы должны получить от него какой-то ответ, прежде чем он уйдет. На что он готов пойти, с чем он хочет, почему он пришел? Стало ему легче. Давайте подумаем. Я просто сейчас... Давайте, да. Он сказал, что он никогда не работает, если он не получит ответы на эти вопросы. Почему вы именно сейчас пришли и на что вы готовы пойти в терапию? Ну подождите, давайте подумаем. You can ask question. Question. Or where the patient is ready to go in the therapy, what he's ready to do in the therapy. Okay. Anybody else want to guess? Does he feel better? Anybody else want to guess? Верит ли он, что в результате терапии у него наступит лучше? Does he believe that he'll feel better after therapy? This is a test question. You got to get it right. Это тестовый вопрос, который сейчас на что он понял за время консультации? What he understood in the time of session? No. I'm going to ask him about suicide. Мы зададим вопрос о суициде. Now, y'all, this is you have то know this right here. То есть это то, что мы должны сейчас знать. Has the person thought about suicide? Думал ли ваш пациент клиент о суициде? What if they say yes, of course? Что если они скажут «да, конечно»? What's your next question? Какие будут следующие ваши вопросы? Мы этот вопрос задаем ему, когда он уходит от нашей консультации. Нет. It's the question of the consultation, right? Before they leave. Это прежде, чем они уйдут. And it's part of this interview process. Это вот часть нашего процесса интервью.
It's more important than their name. Это может быть более важным даже, чем вопрос, как вас зовут. I want to know. Думал я, совершал ли или собирается или совершит. Whether he thinking about this, whether he tried to do this. Thank you. I want to know. Is he thinking about suicide? And if he says yes, I want to know, do you have a method? What, how would you do that? То есть, если человек нам говорит, что да, наш пациент, мы опять же спрашиваем его, думали вы, как вы это сделаете? Есть у вас какой-то определенный способ это совершить? You're going to jump out a window, you're going to hang yourself, what are you going to do? Какой путь? То есть, может, будете ли вы выпрыгивать из окна, там, или, может быть, повеситесь? And then I want to know when, and do you have a plan? И опять же спросим время, когда, может, уже у пациента есть какой-то. Now, most of the time they'll say yes, but they don't have, they don't know how, and they don't have a plan. Ну то есть по большей части пациенты могут ответить да, что они думали о суициде, обдумывали, но опять же они, у них еще не может быть плана в голове, когда и как это случится. Now, the more serious it gets, the more involved I get. Ну то есть чем более серьезнее идет этот процесс, тем более вовлеченным становится чип самому терапевту. But there's nothing in any of this questions that I ask that's more important than are you thinking about killing yourself? То есть самое важное, опять же, на первой сессии, вот этот вопрос о суициде, по сути. That's a test question. Это тестовый вопрос. I expect a better answer than that. Now, that's session one. Это вот сессия первая. If I don't get all the written information that I want, I'll roll this over to session two. Если мы не можем получить на все это время на протяжении первой сессии всю информацию, как бы, ну, бумажную работу, то мы можем ее принести на вторую сессию. You know, I don't need, there's a lot of stuff on those forms that I don't have to have. I want it, but I don't have to have. То есть есть много таких форм, опять же, бланков, которые, ну, не совсем обязательно нет, но лучше, чтобы они были. Это те, которые мы получили. После этой радости любви. Да, это те. All right, that's what I was talking about before you came in, Alana. Before you came in, we were talking about the interview process. I'm doing the interview questions, which is filling out the forms, trauma history, and PTSD test, which are all those forms. Ну, то есть, пока вы не зашли, мы говорили как раз об интервью, об этих вот формах, которые уже давали. And then I'm explaining PET, prolonged exposure therapy, and teaching them how to relax. Ну, опять же, потом объясняем пациентам про терапию длительного воздействия и учим их расслабляться. But the most important things are breathe in exercises and are you going to kill yourself? Ну опять же самое важное это упражнение и вопрос о суициде. I got time to do this later as long as he doesn't kill himself. Ну то есть у нас есть время здесь важная работа, если вот наш пациент точно не собирается себя убивать. All right, so we have priorities. Поэтому у нас есть свои приоритеты. Now, if I had a patient in my town, in Molotoco, now, of course, it's kind of my town, but if I had a patient in Molotoco who wants to kill himself, has a plan, and knows when he's going to do it, there's people I can talk to get him help. То есть, что говоришь, если у него будет пациент в его городе, в Мелитополе, и у него уже будет четкий план, он будет знать, что он хочет совершить суицид, когда и где, то он найдет людей, которые смогут с ним обсудить и поговорить. Now, I don't know anybody really except you people in the patrols. What would I do if I had the same situation here? То есть, если у Чипа случится такая ситуация с пациентом здесь, то кроме нас, людей, которые он здесь уже видел, у него здесь вряд ли много знакомых найдется. Call you. Позвонить вам? Позвоните. No, I mean, you know a lot. Я думаю, что да. Call you. You know a lot of people. Может, еще кому-то позвонить, кто знает больше людей. Да. I mean, I know people to ask. Ну, то есть, должны быть люди, которых вы можете спросить. Okay. All right. Now, session number two. If everything has gone smoothly. Ну, на втором сессии, если все уже пошло так гладко, постепенно. I'm going to tell them about more about triggers. I'm going to explain common trauma reactions. Мы будем рассказывать нашему пациенту о триггерах и таких вот общепринятых обычных реакциях на травму. And that's that list of symptoms like nightmares and that kind of stuff. Это будет как список таких вот симптомов, ночные кошмары. Aggression. Substance abuse. И злоупотребление различными химическими веществами. Blah, blah, blah. Blah, blah.
I'm going to explain in vivo exposure. То есть мы объясним нашему пациенту воздействие такое наживо, живую. That these triggers affect us on the inside. Outside triggers affect us on the inside. Explain all that. Опять же, объясним нашему пациенту, что триггеры, которые находятся во мне, они воздействуют на нас на внутреннюю нашу другую жизнь. I'm going to explain this subjective symptom, subjective units of distress. I'm going to explain that. Объясню нашим пациентам вот эти вот субъективный вот список тех моментов, которые подвергается он дистресс, который влияет на его переживание стресса. And then I'm going to explain to them that in between sessions, they're going to go through an in vivo process where we think or deal with one particular trigger. И вот опять же мы объясним нашему пациенту этот процесс in vivo, вживую, когда мы будем с ним говорить, обсуждать триггеры данные. Yeah, we're going to do. It really depends upon the patient. I might have them do one every day. Okay. I'll give you an example. All right, crowds make my client aroused. То есть, как пример, толпа заставляет нашего пациента чувствовать себя таким возбужденным. But it's the least of his arousals. Но это одно из наименьших его частей, это вот такого эмоционального возбуждения. So every day I might want him to go to ATV and buy a bottle of water. You want to do this every day. То есть вот мы предлагаем нашему пациенту каждый день ходить в ПТБ и покупать себе там бутылку воды обычно. Now I take the least of the triggers. Мы берем список триггеров. And I find a way to get them to do it every day. И находим способ, как мы с ними взаимодействовать каждый день. That's between sessions. Это вот то, что происходит между сессиями. That's like a homework. Это похоже как на домашнюю работу для нашего. Mm-hmm. Now, I don't want something that's an extreme trigger. And it may not even be one that's on their list of triggers. I may come up with something completely different. Several of my patients right now are writing an emotion diary. Некоторые пациенты с ЧИПа сейчас уже ведут свой эмоциональный дневник. In that, you know, how do you feel? I felt angry. What time was that? Oh, that was 1:00. Why did you feel angry? Oh, my wife said something stupid. Ну, тут, к примеру, там, как ведется дневник, спрашивают, как вы себя чувствовали? Пациент может написать, я чувствовал, ну, я испытывал злость. Когда пациент есть свое точное давление, например, часов 12. And I'm gonna have him help me create this scale. Which of you've given me five triggers, which one's the worst, which one's the second, which one's the best. We do that in the second session. Опять же, на второй сессии мы хотим, чтобы просим нашего пациента, чтобы он нам помог составить эту шкалу с триггерами. То есть пять триггеров и. Yeah. Any questions? Есть ли какие-то вопросы сейчас? Триггеров 5-6, если их вообще много. How much triggers? 5-6 or 4? Well, triggers, you know, if I get 5, I'm pretty happy. Ты говоришь, что если будет 5 хотя бы, это уже достаточно хорошо. You know, more than that makes it difficult to deal with. А если будет больше, будет чуть сложнее с ними работать. Less than that makes me think they're not being honest. А если будет меньше, чем 5, то, возможно, стоит задуматься, что пациент не до конца честен. If I get 12, we might just deal with a few. А вот если есть в списке там 12 триггеров, то будем иметь дело с несколькими. And we'll wait and see how the ones that we deal with affect the ones that we didn't deal with. Опять же, смотрим, как работа с некоторыми из этих триггеров, она воздействует на то, как другие триггеры влияют. See, we're talking about 1 to 10 sessions, but we may have more. То есть мы сейчас говорим о сессиях от 1 до 10, может быть больше. Every time you breathe, I think you're correct.
This is why we may have more, because we have multiple triggers. Вот это вот как бы причина, по которой у нас может быть больше сессий, там 12 примеров, потому что могут быть множественные триггеры. But what I also explained was that sometimes when they're telling the story and we have five triggers, another one will come up. Опять же, что мы говорили, если у нас есть пять триггеров, в то время как пациент может пересказать свою историю, могут появиться новые. Да, like these dogs. Ну, как эта вот собака, например. А у меня вопрос, вот мы там просто по эмоциональному дневнику. А мне часто такое бывает, что ну, у меня нету пациентов, но клиенты говорят, мне плохо. Они говорят, я злился или я расстроен. Мне плохо. Вот это сейчас чуть не плохо. Все, вот на этом мы застрелим. I understand you feel bad. In fact, you should feel bad. Some bad things have happened. That wasn't your choice. Yeah, you didn't choose to have these things happening. But what you do about it is your choice. And if you want to continue to feel bad, that's fine, I understand. That this therapy is painful. But it seems to me it's more painful to live the way that you're living now. Yeah. And so whenever you get ready to talk about this stuff, you and I will talk about it. But until you're ready, that's fine, you don't have to. То есть пока, когда вы будете готовы, мы обсудим, кто о чем вы хотите поговорить, но если нет сейчас, то это нормально, я все понимаю. Now he may go to his grave, he may die, never tell you anything. Ну, то есть ваш пациент, он может умереть, даже не сказать вам ничего. That's his choice. Ну, это будет их выбор уже. You know, most of my patients, most of the people I speak to die. Ну, то есть по большей части пациенты, даже люди, с которыми общаются ЧИП, они умирают. No, because they never go through therapy. Most of them want me to touch them with the magic wand and make them better. They just want relief. And if my relief seems to be painful and difficult, they don't want to do it. But what they don't understand is living the way that they're living is more painful and difficult than going through therapy. Believe me, I feel your pain. My patients say the same thing. Потому что пациенты чувствуют себя тоже. Если в самой терапии вот пациент не может называть свои чувства, вот, ну, мы идем в терапию, он не может сказать, мне было страшно, или мне было больно, чувства сами. Мы можем, вот как детям, мы предлагаем. У меня первый порыв, это как с ребенком. Тебе, наверное, было страшно. I am very reluctant to do that. No, I don't want to give them hints. But what I will do is ask them to draw me a picture. То, что можем сделать, как бы просить пациента, не можете
все слышит, как я перевожу. То есть мы можем спросить пациента нарисовать, что они чувствуют. То есть мы все равно, как детям мы предлагаем, да, мы так лучше не делаем. Когда мы работаем с детьми, или когда мы воспитываем детей, когда мы выращиваем собственно детей, мы обычно говорим, чего ты плачешь, ты разозлился, ты расстроился. Мы предлагаем на выбор чувства, когда ребенок не может назвать. Вот бывает так, что взрослый человек, вот, ну просто у меня я сталкивалась с ранеными, как реабилитолог, но он хочет что-то рассказать, но он не может назвать чувства. То есть, ну, вот, человек, что лучше не давать им подсказки, лучше попросить их нарисовать, что они чувствуют. То есть не говорить, там, я думаю, ты, наверное, не можешь чувствовать, да? Нет. No. Okay. What my experience is that most of my clients disappear between session one and session three. Он еще говорит, что по большей части в его опыте пациенты, которые к нему обращались, они исчезали из терапии между сессией первой и третьей. I explain the problem. То есть вы объясняете им проблему пациента. And I explain some of the treatment. И объясняете какое-то лечение, которое будет проходить. I give them the ability to relax. Даете им какой-то способ, возможность расслабиться самим. But treatment doesn't really start until session three. Но само вот лечение, терапия, она на самом деле начинается где-то на третьей сессии. Usually they leave before that. Обычно пациенты бросают работу до этого. Usually I have a 10-minute conversation, maybe 15 minutes over coffee, and that's it. Иногда это может быть даже вот разговор на протяжении 10 минут, и там на протяжении 50 минут там, за чашечкой кофе. But that's okay. Ну, это такое может быть и сейчас. Why is that okay? Почему это нормально, что так бывает? Почему уходит пациент, если так? Потому что уже в третьей сессии начинается уже касаться этих болезненных как бы переживаний, а это боль, а не проживание как-то. Сопротивление возникает очень сильно. They feel resistance to this, and you touch the pain, they don't want to work. Да. But why is that okay? Но почему это нормальная реакция? Ну потому что они выбрали такую путь. Нет, потому что психика человека устроена таким образом. Он избегает. После этого защитный механизм срабатывает, он избегает болезненных переживаний. Чу говорит, что он не против того, что пациенты могут исчезать, уходить. Because at least now they know what the problem. Потому что, по крайней мере, сейчас они могут уже знать, в чем состоит их проблема. And they may never see me again, but maybe they'll see somebody else one day. Потому что, возможно, они не вернутся в терапию к Чипу, но они могут обратиться к кому-то другому, зная, что есть уже проблема. And that's okay. И это нормально. Now, I was told that... Let me do this. I used to build boats. Чип говорит, что он строил лодки раньше. Long time ago. I make a nice wooden sailboat. It's about 10 meters, about 5 meters, maybe 6 meters. No, it's got a nice sail. That's wonderful. No. And I can teach you how to build the same boat. And then I can teach you how to build this boat, and then I give you a book that will explain how to sail the boat. Ну то есть он может научить вас строить такие как бы лодки и дать вам книгу, которая будет объяснена, как присутствовать на них плавать. But I can't make the wind blow. Но нельзя заставить ветер дуть. Everything you need. То есть можно дать человеку все, что ему нужно, чтобы построить это. Но нельзя как-то сделать так, чтобы она сама прыгнула. Это то, что убивало Чипа на протяжении многих. Because I wanted to make their boat go. Потому что он хотел, чтобы лодка, скажем, пациентов, она шла сама по себе. You can't do that. Но нельзя это сделать. And if you try, you will not be in this business for very long. Если вы начнете пытаться как-то запустить эту лодку, то вы долго здесь не надержитесь. Ну, yes, ma'am. Да. Допустим, Алина, на клиента первой сессии клиенту говорит о том, ну, как бы убеждать его о том, что
переживания, чувства, которые ему придется пережить во время терапии, они могут быть, ну, болезненными. То есть это честно, это нормально? Well, I'm going to explain to them that the pain of therapy is less than the pain of not going through therapy. То есть мы объясняем пациенту, что боль, которую он может пережить в терапии, может быть даже меньше по интенсивности, чем боль, которую он может переживать вообще никак не приходя в терапию или получая лечение. And that it is possible to live the rest of your life without ever going through therapy. И опять же, можно жить, даже не ходя в терапию, до конца своей жизни. But it's a miserable life. Но это достаточно такая, ну, жалкая жизнь. And I see people every day doing that. И чем наблюдают, ну, каждый день таких людей, которые. So it's a choice. I want to make it a choice. Поэтому это вопрос выбора, и нужно, чтобы пациент сделал сам свой выбор. You can do this or not. То есть можно это сделать, можно принять такое решение. Now, like I said, I would see the same patients. This is 25 years ago. I would see the same patient. A patient would come to me. 25 years ago, a patient would come to me. Say that first. Через что где-то 25 лет назад к нему приходил пациент. And he would be all beat up. Он был все время побитый. And he'd come to my hospital, and we'd treat him, and he'd get all better again. Ну, он приходил в больницу, его лечили, and he went away. And then he'd go away. И опять он уходил с лечения. Да. And then he'd come back 6 months later, all beat up again. И опять же он возвращался через полгода, опять весь побитый. Over and over and over. Это все продолжалось так каждый раз. And I would go home and lay in bed, staring at the ceiling. Thinking, what do I need to tell this patient tomorrow so that this doesn't happen again? Я очень приходил домой, смотрел потолок и думал, что я должен сказать этому человеку, чтобы он не приходил опять же в таком состоянии. Because I didn't have any new information. Потому что он не получал никакой новой информации, которая могла бы помочь. And that's when somebody told me that story. И вот тогда кто-то рассказал мне вот эту историю. That you can build a boat, but you can't make a wind blow. То есть вы можете построить лодку, но вы не можете заставить ветер дуть, чтобы она. Now, I do build boats. That wasn't the same story, but it was basically the same story. You give them the tools, that's all you can do. If they pick up the tools, that's better. I want to give you this pen. То есть, когда вы даете какой-то инструмент пациенту, нужно, чтобы он сам его взял. I can want to give it to you, but unless you take it out of my hand, I can't help you. Ну, то есть, вы можете протянуть его, но пока пациент сам не вытянет его, я могу не давать, но пока ты не возьмешь. It's terrible. Это ужасно. Because you know that if they'll take this pin, everything will be better. Потому что вы знаете, что если пациент примет этот вот инструмент, даже просто ручку, все будет гораздо лучше. But they won't take it. Но некоторые из них не берут. I know I told you all about the dogs that were jumping off the roof. The dog, when there was a flood in New Orleans, there was a hurricane, and they rescued the people, but there were abandoned dogs that were up on the roofs of the houses because the floodwaters were so high. Ну, человек рассказывал историю, когда в Майами был поток, ураган, людей, которые спаслись на крыше, и как бы забирали спасатели, а много животных оставалось, а там вот они спрыгнули. And they would have to catch those dogs, and the dogs would be growling and biting, but we're trying to save their life. Ну, то есть, когда собаки спрыгивали, нужно было их поймать, но в то же время они как бы и кусались, и рычали, но нужно было их как-то спасти, поэтому... But some of those dogs were so afraid that they would jump off the roof and swim away in the other direction. It was heartbreaking. And especially if it happens all the time. That happens more times than it does the dogs willing to get in the boat. But that's part of the job. Ну, это также и часть нашей работы. Learning to deal with that is your responsibility.
То есть научиться справляться с этим — это наша ответственность. Okay. You're going to hear things that no one should ever hear. То есть мы услышим вещи, которые никому вообще даже не следует слышать. And you're going to hear it all the time. И мы будем слышать их все время. So you need to learn to deal with it. Поэтому необходимо научиться справляться с этим. It still bothers me. I deal with it, but it still bothers me. Это до сих пор трогает самого чипа, но получается. On that happy note, I mean, this, somebody surprised me last week that told me something I had never heard before. Who was it? Patient told me something last week I had never heard. And it really messed me up. You know, it's what, let me tell you this, because this is important for therapists. If I know that I have a patient who's going to tell me horrible things, I kind of prepare myself for that. То есть вам, как терапевт, важно знать, что если у вас есть пациент, который расскажет вам какие-то ужасные вещи, вы можете к этому быть готовы. I'm ready for it. But every now and then, a patient will tell me something completely unexpected. Ну, иногда бывает такое, что пациенты могут сказать, что это вообще не такое, что вы не ожидаете. И иногда можно думать, что я никогда в жизни вообще такого ужасного не слышал. If somebody comes to see me for sexual abuse, I'm prepared before they start. То есть, если кто-то придет с проблемой сексуальной агрессии, насилия, то к этому можно приготовиться. But if I'm having a casual conversation with a potential patient, and all of a sudden they drop some kind of a bomb on me, some emotional thing that's happened, and I can't react. I have to act the same. Well, what do you do with that? Что вы делаете с этим? Когда в обычном разговоре всплывает что-то такое неожиданное? I spent a couple of days with my son in my lap. То есть Чип написал письмо, это был не разговор с классом на класс, но это было такое описание, что было что-то, что он не ожидал. And they told me some stuff I needed to hear. Ну, то есть нужно поделиться тем, что он рассказал. Your soldier's not by himself. То есть ваше... Ну, то есть поделиться в профессиональном сообществе или поделиться в This person fills that role of being a supervisor. Ну, то есть человек, с которым поделился чип, он занимает место как супервизор. He kind of does the same thing I do. Он вроде как, ну, тоже занимается тем, что и чип. He deals mostly with homeless people. Он по большей части работает человек с бездомными. And we've known each other for a long time. I helped his son get sober, so we've known each other for a long time. И поэтому вот не знают друг друга, как бы долгое время у них тоже своя история связана с чипом. Like I said, I sent him an email, and he sent one right back and said, "This is the deal. This is our job." Ну вот чип отправил письмо это с описанием, и он отправил ему ответ, сказал, что, ну да, это наша работа, то, с чем мы связаны. And he told me about a victory that he had just gotten in his therapy, in his work with patients. И этот человек как бы написал мне тоже о своей вот такой небольшой победе в работе с своим пациентом. Now, your soldiers are not by themselves, but they think they are. То есть ваши солдаты, пациенты, они не сами по себе, но они могут думать наоборот, что они одиночки. You are not by yourself. Sometimes you think you are. И вы точно так же не сами по себе, хотя иногда может казаться. You can't do this by yourself. То есть невозможно заниматься этим самим по себе. And sometimes we have to change the way we work in order to continue to be effective. И иногда нам даже необходимо менять как бы наши методы работы, то, как мы работаем, чтобы быть более эффективными. Session number one, I told you about
session number three, we begin to explain prolonged exposure therapy. But just because this is session number one appeared, session number three appeared, does not mean there's only one session in between. So you mean there may be five sessions in between these two. То есть у вас не обязательно между этими первыми и первой и третьей сессией будет одна сессия, возможно, это будет там не третья сессия с дизентерапией, а пятая сессия. Your patient may disappear for six months. Потому что у вас пациент вообще может даже исчезнуть на протяжении полугода. I got a soldier missing right now. Он звучит, даже есть сейчас один солдат пациент, который исчез, да? Исчез. We had two sessions. Есть два Саши. И один. I've talked to his family. Чип уже говорил с его семьей, но он вернулся и сигнал чекал. I think his heart's in the right place. He's in the right place. I think his heart is in the right place. I think he wants to come back. Но он, наверное, скорее всего хочет вернуться. He trusts me. Он доверяет Чипу. He believes in the process. Он доверяет процессу самому. He just decided not right now. Но он скорее всего решил, что не сейчас. And that's fine. That's normal. That's very common. And like I said, he may not come to see me. He may see one of y'all. Ну, вот, как Чип уже сказал, что, возможно, он вряд ли вернется к нему самому, возможно, он может вернуть кому-то из вас даже. Alright, we got 10 minutes. Okay, so I'm going to explain imaginary exposure and why we do it. То есть мы объясняем нашему пациенту терапию длительного воздействия и почему мы это делаем. Now I'm calling this session number three, but like I said, it might be five or six. Ну, мы называем эту сессию условно третьей, но это может быть или пятая, или шестая по счету. Okay, so I explained that we're going to tell the story, and we're going to tell the story as though we're there right now. Мы говорим нашему пациенту, что мы опять же будем пересказывать историю, но это будет пересказ истории сейчас в реальном времени, как будто мы находимся вот там. I'm going to remind him of the subjective units of distress. Опять же, напомним нашему пациенту вот это вот списки субъективных таких вот позиций, которые влияют на его переживание стресса. I'm going to remind him of relaxation techniques. Мы напомним нашему пациенту о техниках релаксации. The breathing regrounding, the breathing retraining. Опять же, техники дыхания, заземления. Now, you remember when we were doing this relaxation, I asked you how many windows were in this room and what color the curtains were? И опять же, когда мы делали вот это вот упражнение relaxation. We were doing relaxation before lunch. I don't know how we do it before. I taught them how to relax. И когда вот Чип уже говорил техники по релаксации, он спрашивал вас, сколько, например, окон, какого цвета гардина. It doesn't matter if you know what we're talking about, they know what we're talking about. I'm just afraid about this. You're fine. Alright, and so we do that same thing in my office. And I ask them to look around the office. I've got books over here. I've got a window over here. It's a big plant. My desk. Стол рабочий. An ugly couch. Ужасный там диван какой-то. And so I want them to understand all this stuff and see all this stuff. Поэтому нужно, чтобы пациенты как бы видели все эти вещи и понимали, что мы видим. And then when they close their eyes and they relax, I want them to be in the room. То есть когда пациент начинает открывать глаза, нужно, чтобы он понимал, что находится в этой комнате. Okay, and this will take a few minutes. Это, возможно, ну, заберет несколько минут времени. Okay, relax, close your eyes, deep. То есть нужно дать ему успокоиться, закрыть глаза, расслабиться. Imagine the books, imagine the window. Представить там книги, окно. What color is the couch you're sitting on? Какого цвета диван, на котором сидит и лежит наш пациент? And then I'll say, now, tell me the story. И тогда мы говорим, вот сейчас рассказывайте мне свою историю. Now I've already told him how to tell the story. То есть мы до этого уже ему рассказали, как будет идти повествование, как нужно построить эту историю. That is happening right now. И то, что она вот должна случаться, как будто она сейчас. No, sometimes I'll say, where do I start? И иногда they ask me. Sometimes they will ask me, where do I start? Иногда пациенты могут спрашивать, где мне начинать? You know, I knew a little bit about the trauma, so let's say you were asleep. Ну вот, как пациент,
Вы там спали. So I want you laying in your bunk. Think about you laying in your bunk. Bunk is like... Or in your bed, in the field. Представить, что солдат там лежит в своей постели, пока он там в поле боя. And the sound of gun is walking by. И вот там, он слышит где-то выстрелы. So let's start there. Ну вот давайте тогда начнем с этого момента, когда вы слышите есть выстрелы. Okay. And he tells me the trauma. И тогда он рассказывает свою травму. Now, we can talk for as long as he needs. Можно продолжать этот пересказ на то, столько времени, сколько потребуется этому пациенту. 30 to 40 minutes is good. Опять же, как говорили, 30-40 минут это как раз хорошо. Now, I've told him that in one of these other sessions, that, you know, when we do this, it's going to be 30-40 minutes, you tell me the story. То есть в одной из предыдущих сессий мы уже говорили нашему пациенту, солдату, что вот если вы будете рассказывать свою историю, 30-40 минут как раз для этого. What if he only talks for 10 minutes? Что если он говорит только вот на протяжении 10 минут? Уточняющий вопрос. Make more questions. Might be okay the first time. Ну, может быть, хорошо для первого раза. Depends on what happened, how he was, that kind of stuff. Зависит от того, что с ним случилось и как он себя чувствует. Maybe he didn't understand when I explained to him the process. Может быть, этот пациент не понял до конца, когда мы объясняли ему этот процесс. But what if there's only, if there's like three traumas in 10 minutes, it's probably okay. If there's only three triggers. If there's only three triggers, maybe 10 minutes is long enough. Ну вот если у нашего пациента только три триггера, возможно, нормально, что он будет объяснять свою историю на протяжении 10 минут. But how is he reacting emotionally while he's telling me the story? Ну вот как он будет эмоционально реагировать в тот момент, когда он рассказывает свою историю? Is he freezing? Замирает ли он? You know, is he stopping in his story? Замедляет ли, прекращает ли он повествование? And even though he stops in his story many times, he only talks for 10 minutes. Даже если он останавливается, все равно говорит только 10 минут получается. That's a problem. То есть это проблема. Because there's probably a lot of stuff he needs to say. Потому что может быть очень много вещей, которые он на самом деле не договаривает. Let's say he talks for 30 minutes, 40 minutes. Ну да, давайте предположим, что он говорит на протяжении 30-40 минут. Let's say he talks for an hour and a half. Может он говорит вообще полтора часа. Maybe I get a lot of information. All of these are variable. After he's done this, for about 15 minutes, we need to talk about what he just went through. И на протяжении 15 минут после того, как завершился пересказ, мы обсуждаем с пациентом, через что он только что прошел. I need to make sure, you know, well, let me say it this way. 30 or 40 minutes, he tells me the story, and he's still got his eyes closed. And then I'll ask, are you done? If he says yes, I said, all right, now imagine you're back in the office. То есть, когда наш пациент пересказывал историю на протяжении 30-40 минут, и он до сих пор закрыт глаза, вы спрашиваете его, закончили ли вы? Если он говорит да, вы говорите ему, что представьте, возвращайтесь как бы обратно. Do you see the books? Видите ли вы книги? Do you see the curtains, the window? Видите ли пациент, опять же, спрашивает, окно, занавески? Do you see the ugly couch? Видите ли вы этот ужасный страшный диван? Do you feel okay? Чувствуете ли вы себя хорошо? Do you feel safe? То есть чувствуете ли себя безопасно? Now open your eyes. Теперь вы можете открыть свои глаза. So what we do, we start off imagining we're in the office. То есть то, с чего мы опять же начинаем после пересказа, воображаем, пациент должен вообразить опять, что он в офисе. Safe and relaxed. Спокойный как бы и в безопасности. Then we go through the trauma. Потом опять же начинаем историю травмы, ну то есть до того, как мы начали пересказ, опять же, для пациента знает, что он в офисе, он рассказывает травму. And then when we're done, we come back to the office. Make sure we're safe. И тоже он должен быть чувствовать себя в безопасности и спокойно. Then you open your eyes. Потом он открывает свои глаза. We talk about it. И вы обсуждаете с ним то, что. This is the process. You did good. Это вот и был весь процесс. Вы хорошо справились.
in stirring up this stuff emotionally. I'm reminded him of stuff that we talked about in the first one, but stirring this stuff up emotionally is what has to be done, so that every time we do it, it gets a little less sensitive and a little less sensitive. Now, one thing we talked about last week, and I'm going to try to do it for you all, is recording these sessions. Опять же, то, о чем мы говорили на прошлой неделе, что нужно еще можно делать это, записывать.